В дежурную часть поступило сообщение о том, что неустановленное лицо совершило грабеж ящика водки из магазина «Гвоздика». В составе следственной оперативной группы я выезжала на место преступления, допрашивала очевидцев, свидетелей, а также продавцов данного магазина. Иногда продавцы маленьких магазинов предпочитают скрывать пропажу товара и сами возмещают такой ущерб магазину. Вот так несознательность одних людей провоцирует других на преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность данного преступления жителя города Нижнекамск. В ходе допроса данный гражданин признал свою вину полностью, содеянным раскаялся, а также возместил ущерб, причиненный магазину «Гвоздика». После окончания следственных действий дело будет направлено в суд. А пока уголовное дело по факту открытого хищения товарно-материальных ценностей готовится к передаче в суд, преступник ожидает наказания. Внимание, розыск! Отделом МВД России по Чистопольскому району за совершение преступлений разыскивается Рахимов Уляш Тагой Муродович, 77-го года рождения. Максимов Игорь Александрович, 78-го года рождения. Толкин Андрей Викторович, 85-го года рождения. Фахруддинова Гульсира Гарифовна, 48-го года рождения. Иньков Николай Валерьевич, 62-го года рождения.